Привет! Сегодня мы в Яркубе Тверца. Сегодня здесь проходит мафия, волшебная игра. Только для вас, читателей живой двери, мы открываем двери этой необычной игры. Пойдемте посмотрим, что там. Пойдем, пойдем. Сейчас мы зайдем в тот самый зал, где проходит эта великолепная игра. Royal Mafia. Только тихо. Люди наслаждаются игрой. Алексей, скажи, пожалуйста, а как часто у вас проводятся игры? В этом сезоне это первая игра, но игры будут проводиться каждые 2 недели. То есть до лета пройдет 5, 6, 7 примерно игр, в которых могут поучаствовать команды. То есть все желающие могут прийти и спокойно сыграть в Royal Mafia. Правила просты, люди приходят, регистрируются и уже могут играть. То есть найти нас довольно-таки просто, мы находимся на берегу Тверцы. Каждый желающий может найти нашу группу ВКонтакте, посмотреть ВКонтакте, в других каких-то сетях. Все это есть. Непосредственно можно прийти в саму Тверцу и узнать. Здесь всегда все в курсе и могут подсказать, как прийти, что сделать. К игре уже мы подготавливаем, то есть рассказываем правила. Люди садятся и играют. То есть нет никаких проблем для тех, кто приходит впервые. А на сколько человек у вас рассчитано? То есть я видел у вас, по-моему, сколько, 5 столов, да? Да, есть 5 столов. В данный момент сегодня задействовано 2. Ну, то есть люди приходят, с каждым разом их больше. Вот осенью был 1 стол вообще играл, сейчас вот уже 2-3 набирается, то есть люди приходят, людям интересно, и довольно-таки все довольны. Леша, а ты говорил вот про команду, 10 человек, а может просто вот я один пришел, у меня нет команды, я могу прийти поиграть? Да, конечно, либо за себя личный зачет, тоже также получить призы можно и сыграть на фишку, либо записаться в любую команду, где вот такие же люди, у которых не хватает команды. Какой приз у вас? Ты сейчас сказал про приз. Да, призы по каждую игру выдаются, то есть это мелкие призы от заведения, и в конце будут главные денежные призы. А в размере каком? Ну, всем интересно просто. Ну, допустим, сколько денег можно получить? Минимально, в зависимости от народа, минимально это будет 5000 приз, плюс еще приз от заведения на команду. То есть это пока еще не объявляется этот приз, но приз будет хороший. Держится в секрете, да? Да, да. Ну, то обязательно. Есть к чему стремиться. Да, попозже. Да, конечно. Мы же будем приходить на каждую тебе игру, поэтому, я думаю, мы обязательно узнаем. Я желаю этой игре развиваться именно здесь, в Яхт-клубе Тверца. Удачи тебе. Спасибо. И твоим командам. Спасибо.